Вот это сосед у меня здесь припарковался. Вот это автодомик. Интернационал какой-то тут значок у него. Смотрите, как тут все удобненько. Посмотрел. Двигатель сухой, не сухой. Все четко. Че, правда, неудобно смотреть. Вот так. Вот. Еле-еле достаю до верху. Если масло чуть проверять, надо лесенку тебе. Мне кажется, в этой машине будет и лесенка, и все дела. Посмотрите, какие зеркала бокового вида. Обалдеть. Очень удобно, можно что-нибудь подвесить вместо сушилочки. Классно. Вот такой вот красавец. Сейчас пробежимся по кругу, покажем вам, как он выглядит. 12 метров у него длина, 12 тонн весит. Здесь как в него попасть? А нет, тут вообще двери нету. Смотрите, здесь двери нету. Она походу спереди там. Сбоку за это заходить. Обалдеть, здесь что вообще это? Здесь, наверное, все у него, что хочешь есть. Капец. О, смотрите, захотел отдохнуть и так. Облокотился. Если солнышко светит, вот так. Оп. Класс, 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 вообще. Как она мне нравится, эта машина. А, бля. Что-то там спрашивает, маркизы, да? У меня там большая, у меня маленькая. Человек вообще не заморочился. Смотрите, у него с каждой стороны самые длинные маркизы. И они электрические еще с подсветочкой. Прикиньте. Вообще, идем дальше. Это что у нас тут? Выхлопная. Выхлопная, смотрите, сбоку. Ну там гидравлика. Здесь у него все бомбасы. Вот платформа, пожалуйста. Смотрите, как сделано четко. Здесь фонарики, поворотнички, стопоря. Ну все, все как надо. Вообще. Вещь, 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 вещь. С этой стороны. Тоже, пожалуйста, две маркизы. Все электрическое. Там даже у него сторожевая собака сидит. Ну-ка, Бобик, выходи. Ну-ка. Где он там? Блин, нет. Спать пошел. Вон он, Бобик. Вот так вот. Тебе не надо здесь ни сигнализации, ничего. Заводишь вот такую собаку и все дела. Вот так вот. Вот так вот люди живут. В автодоме. Вот в таком. И у этого автодома, обратите внимание, вся крыша заделана солнечными панелями. Кондиционер Дометик стоит. Это все. Все столики, стульчики, все вешалки, все грузится в этот автодом. И за этот же автодом цепляет вот этот прицеп. В прицеп ставят вот этот джип и путешествует. Можешь парковаться в любом месте. Подъехал, на пульте нажал кнопочку, и он у тебя сам автоматически выставляется гидравликой. Сзади вот у него две такие гидравлические лапы выезжают. И спереди. Посмотрите. Вот они. Выехали. И вот видите, он аж от земли оторвался. Вот, спокойно берешь и колесико крутишь. Ну и на крайняк, если где-то застрял, у тебя лебедочка есть.